Питер, 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 Питер. Питер в смысле Санкт-Петербург, в смысле, ну и все такое. И даже Ленинград. Ну, лично для меня. Какая-то церковь, не знаю какая. Мяу. Стадион «Динамо». Правильно. А значит, я куда иду? Точно. А значит, я иду на «Аврору». Ну, наверное, это неправильно сказать «на Аврору», да? Вот я, блин, скотина американская. Ну, что могу сказать? Тогда я иду к «Авроре». В общем, иду я туда, где должна быть «Аврора», и я попытаюсь туда попасть. У меня прямо какая-то уже это трехлетняя мечта. Я уже 3 года как посещаю Питер. Ну, там, не то, что прямо 3 года, но ну, в течение 3 лет я пытаюсь попасть на «Аврору». Был рядом, да, несколько раз. Но вечно что-то случалось. Посмотрим, как этот раз получится. Ага. Адмиралтейство слева, мачты справа. Но это еще не «Аврора». Судя по всему, судя по тому, как я вижу здесь обилие парковочных мест, забитых, то, видать, наверное, с парковкой здесь совсем не очень. Поэтому не советую кому-то сюда приезжать на своем автомобиле. Вот. Можете тут ездить часами, крутиться. Лучше всего, конечно, если вас кто-нибудь привезет и выкинет, а потом подберет. Ну или типа того. Ну или как-то так. Ага, стоянка. Бесплатно, значит, с 8 вечера до 8 утра. Платно $100, ой, 100 рублей в час, извиняюсь. Ага, штраф 3000 рублей. Прикольно, блин. Ну, если честно, по-человечески. В Америке вот раньше тоже как-то примерно так все было. И, в общем-то, как-то, ну, довольно-таки было правильно и гуманно. Сейчас тоже осталось все почти так. Но все очень изменилось в сторону дорого и негуманно. Так, мачты, которые я видел, в принципе, догадывался, что это не «Аврора» сдалека. Это просто ресторан. Ресторан «Магадан». Ну, я туда что-то так сунулся примерно. Спросить, мне сказали, ты откуда? Я говорю, я с Америки. Они говорят, иди нафиг отсюда, мальчик, здесь дорого. Ну, в принципе, глянув на цены, я понял, что для меня точно это дорого. Блин, жалко нафиг. Пойду искать бургерную какую-нибудь. Шутка. Но, тем не менее. Да, я чувствую, тут целый месяц надо донаты собирать, чтобы кофе здесь попить. А может быть, нет. А, кстати, ребят, спасибо огромное, кто это меня поддерживает. Честно слово, это не намек никакой, просто так, знаете, полушутка. Но полушутка. Делаем правильные выводы. Ладно, вперед. «Аврора» там дальше.
По дороге к Аврори сразу заметно вот такое здание. Музей артиллерии, инженерных войск и музей связи. Короче, что хочу сказать. Об этом давайте отдельно, а сегодня все-таки на Аврору. Подбираясь все ближе и ближе к Авроре, я опять наткнулся на ресторан. Теперь это называется фрегат Благодать. Ни хрена себе Благодать. И это самое, теперь я уже понял, что предыдущий ресторан, тоже который в виде парусника какого-то был, оказывается дешевый по сравнению с этим. В общем, в этом Благодать не дать, не взять. Вообще не дешево. Ну да ладно. Так как я с Америки приехал, мне это дорого. Вот. Ну и я все ближе и ближе к Авроре. Надеюсь, уже в конце концов дойду. Очень странно и непонятно, это, конечно, вот эта вот уложенная плитка. Не думаю, что это царских времен плитка. Вот, или плиты царских времен. Не знаю, честно говоря, когда это все делали. Может быть, послевоенное время. Явно тоже не современное. В чем прикол, что оно сикас-накас лежит до сих пор? Не знаю. Может, руки не доходят. Может, у кого-то в голове не хватает чего-то. Ну, вот как-то так, в двух словах. Ну, я не жалуюсь, я просто вот говорю, что вижу, да? Ну что, народ, проделав такой немалый, я бы сказал, даже долгий путь, я вот потихонечку вышел напрямую, вернее, на косую. А вот тут, за поворотом, и вот новый поворот, вот, и вот наш крейсер «Аврора». Вот так это выглядит сегодня. Я вижу там, хрен победи, какую очередь, и чувствую, опять я на «Аврору» не попаду. Ёпарасоте, что же так не везет-то? Вот. Ну, тем не менее, значит, напротив банк Санкт-Петербург, все дела. Вот. Вот как-то так. Ну вот, блин, подойдя к Авроре, я понял, что опять я туда не попаду. Вы думаете, почему? Вот это начало очереди. А, конец. Или начало. А вот это очередь. Не, я в разных очередях стоял. В 90-е за кроссовками, за джинсами. И даже за водкой, помню. Это вообще требовало отдельной физической подготовки. Ну, чтобы вот так. И самое интересное, она не двигается. Я уже постоял, как бы примерился. Так как до закрытия остается 2 часа, то, я так понимаю, шансов, ну, сегодня, по крайней мере, точно ноль. Ну, что, я так понимаю, надо занимать ночью, чтобы утром, наверное, вот попасть в кассу, попасть на Аврору. Да, блин. Однако жалко. Однако, вот даже здесь есть спасательная шлюпка. Интересно, зачем? Ай, я так понимаю, эта шлюпка, судя по тому, что она вся в краске, то, наверное, это та шлюпка, которая плавает вокруг Авроры. И где матросы подкрашивают Аврору. А красят они ее, судя по тому, что они ее и сейчас красят постоянно. А около кассы выясняется еще, что понедельник, вторник, выходной.
Кобздец. Ага, взрослый вход 500 рублей на сегодняшний день. Ну, там всякие экскурсии плюс, там еще чего-то. Вот, детский 300. Да, тетя, уйди, не мешай. Эх, блин. Ну, что ж такое? Я уже около этого судна, ну, четвертый раз. И вот опять не попал. Да ё-моё! Я ж в конце концов не с Москвы приехал, аж чёрт знает откуда, надо попасть. Ладно, попробую еще раз. Вот. Так что продолжение, надеюсь, будет уже, если я попаду. Если, блин, попаду, даже экскурсию возьму специально, блин. Но чё нет-то? Народищу, как вы видите, целая тьма. Вот. Причем, я так понимаю, даже какие-то иностранцы прорываются. Да, прикольно. Паньки. Ну, вы уже знаете, что я люблю показывать всякие дворики. Дворики Ялты, дворики Владивостока, дворики там, не знаю, Калининграда, Краснодара, еще что-нибудь. И питерские дворики я тоже вам показывал не раз. Но так как я пошел на Аврору, я решил просто тупо пройтись по микрорайону, который через дорогу от Авроры. Вот, так скажем, питерский дворик. За Нахимовским училищем, вот, буквально через дорогу от Авроры. Прикольно, блин. Наверное, от той классики Питера отличает только количество кондиционеров. Смотрите, какая арка. А, прикольно вообще, смотрите. Тындеры, давайте пройдемся. То есть, как я и говорил. Оп, о, здесь еще и люди живут, представляете? Лестница, конечно, требует ремонта. Вот такая вот арка. Было бы классно, если бы еще там были эти летучие мыши висели. Ха. Смотрите, какой этот вход в подъезд. Повезло же кому-то. Кто-то же живет здесь. Я уж молчу, сколько тут квартира стоит. Вот. И вот мы, получается, вот за этими деревьями, вот там вот проблескивает и сама Аврора.
Запись на экскурсии. Запись на экскурсии, надо записываться заранее. Да, блин. О, экскурсия вышла. Это, я так понимаю, стенды с фильмами, которые здесь снимались. Офигеть. Даже ты не знал. 20 дней без войны, на войне как на войне. И все такое. Катюша. Балтийское небо. Солдаты. Ой. А в этих гаражах, наверное, была какая-то декорация. А, точно. Да прям вообще, вон, видно, разбирают этот самый какую-то декорацию. Блин. Скверик офигенный. Ого себе, вот это дворик. Интересно, куда он идет. Так, сквозняк. Вот это дворик. Обалдеть. Офигеть. Да, в интересный дворик я забрел. Так уж получилось, что открылись ворота. Кто-то выезжал. И я забрел туда, куда не надо. А как мне отсюда выйти, блин? Обалдеть. Однако. Оба-на, с той стороны есть выход. И я, наверное, сейчас с этой толпой постараюсь выйти. Однако. Вот это дворик. Таких двориков я точно не видел. Это пиздец какой-то. Вот второй контейнер. Он был закончен позже. То есть начать раньше строить. Тут всякие экскурсии. Больше как в стиле Однако.
рассказы про всякий стиль. Барокко, наверное. Короче, если здесь все построено в каком-то стиле, значит, здесь живут стиляги. Капец, нифига себе. Да, однако. И везде всякие морды налеплены. Однако. Так. Выйдя на перекресток Большая Пушкинская и не знаю что, пойду-ка я по улице, которая не знаю что. А зачем? А потому что не знаю что. Там посмотрим, что к чему. Да? Вот именно так. Да. Однако Большой проспект, Малый проспект. Короче, я где-то, где одни проспекты. Однако. А где это я, товарищ Ленин? 1870-1924. Это так, напоминалка. Ага. Это что здесь? Здесь аптека. Какие-то очки. А, очки. Так. И значит, это у нас что? А, это улица Ленина, ёпарысете. Вон оно что. Итак, я в Питере, на улице Ленина, где ходят троллейбусы.